Ну что, мы вышли сегодня погулять. Сегодня первый день, мы в Питере находимся. И напротив... Ну, вчера день приезда не считается. Вечером мы прибыли, мы ничего не видели. А сегодня мы вот вышли утром в парк. Утро, правда, у нас уже называется обед. Да, вышли в парк погулять. Люди бегают, отдыхают. Летом, конечно, здесь вообще красота. Но мы и зимой будем любоваться. Любоваться природой, Питером. Там дальше вот Финский залив. Мы сейчас туда подойдем. А как вот эта скульптура называется? Это... Маяк, наверное. Маяк, да. Маяк, скорее всего. Вон чайки летают. Мы только летом чайки видим на море. Вот гуляем. Арена. Что там? Зенит-арена. Там, где проходят хоккейные матчи, футбольные матчи. А, вот то здание, да? Ага, Зенит. Вот такая вот. Такой маяк. Маяк называется. Ну, конечно, летом здесь совсем не та природа. Все замерзшее. Финский залив. Там вон рыбаки рыбачат. Да, ручки мерзнут. Ручки мерзнут. Небо какое, посмотрите, над Финским заливом. Это мы решили подняться, посмотреть в аквапарк. Здесь можно подняться и посмотреть, что там творится в аквапарке. Вот зашли, мы узнали цены. Сегодня на 100, на 200 рублей дешевле. Ну, мы сегодня не пойдем. О, какая красота! Вообще... Thank you.
А мы едем в лифте, катаемся. Все, приехали. Приехали. Двери открываются. Голубой на небе. Тут отражается. Мы вышли уже вечером гулять. Днем ходили-ходили. Мы устали, сил не было ходить уже. Кое-как пришли домой. Еще надо было сходить за продуктами в магазин. В один магазин зайдешь, в другой зайдешь. Короче. А в магазинах это все жарко, это душно все. Ну, короче, мы пришли домой никакие. Приготовили покушать, поели, отдохнули. А тут уже и вечер наступил. И вот мы сейчас пошли опять погулять. Смеемся с Катей. Я говорю, ты нас решила первый день угробить, чтобы мы потом вообще сидели дома, никуда не ходили. Вот, посмеялись. Ну нет, завтра мы решили пойти в аквапарк с Полинкой. Вот, а Катя пойдет. А Катя пойдет, а она этот ходит в спортивный, как он, клуб или кто он там называется. Короче, заниматься спортом будет, а мы пойдем в аквапарк. Вот, еще тапочки не придумали. Одни-то есть тапочки, говорит. Туда тапки надо, а вторых нету. Ну, не знаю, сказала, что-нибудь придумаем. Пошли мы сейчас смотреть вот опять на эту башню. Ну, так красиво. Ну, вчера она каким-то зеленым цветом светилась. А сегодня облачность низкая. И вот верхушку башни практически не видно было. Но мы сейчас подойдем поближе. Посмотрим, понаблюдаем. Вот, потом сходим в Пятерочку за печенюшками. К чаю, как бы что-то у нас печенюшка хочется ребенку. Ну вот и ходим, вышли погулять. Конечно, вечером намного интереснее, намного все красочнее, все везде горит, все везде сверкает. Вот так что ходим и гуляем. Башню практически не видно, половина башни. А половина облачность закрыта низкой облачностью. Так интересно. Облака проплывают, ее лучше видно. Вчера вообще всю полностью вашу башню было видно. Красота!